Сегодня в 15 часов по местному времени в студии «Радио Россия» известный российский актер, заслуженный артист России, 50-летний Владимир Владимирович Вдовиченков сообщил печальную новость о своем близком товарище. Буквально несколько минут назад в результате дорожно-транспортного происшествия ушел из жизни известный российский актер, заслуженный артист России, звезда театральных постановок и участник многих сериалов. Стало известно, что в результате ДТП ушел из жизни не только сам артист, но и его супруга, которая находилась на заднем сиденье автомобиля. Благодаря работе полиции и камер слежения удалось установить точную картину трагедии. Актер находился на гастролях в столице Башкирии, городе Уфа. По предварительным данным, вместе с супругой он поехал на похороны близкого друга. ДТП произошло на 200-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. В Башкирии была сегодня очень плохая погода, буран, снежный ветер и заносы. Артист, чтобы сократить дорогу к кладбищу, поехал по проселочной дороге. Однако то, что произошло дальше, просто шокирует. Трасса Белорецк-Инзер считается достаточно опасной. Особо 200-й километр. Неожиданно на трассу перед машиной артиста выбежал лось. Управляя внедорожником «Гре-отвал», актер попытался затормозить, но не увидел встречную машину, грузовик «Мэн». В результате столкновения артист и его супруга трагически ушли из жизни еще до приезда скорой помощи. Водитель грузовика и лось не пострадали. Трагически на 58-м году жизни ушел вместе со своей супругой заслуженный артист России 58-летний Фаим Ахмедьянов. Широкой публике артист знаком по таким фильмам и сериалам, как «Лесные тропы», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей». Актер работал вместе с артистом Владимиром Вдовиченковым и сыграл эпизодические роли в фильме «Бумер» и «Бумер. Вторая часть». Фаим Ахмедьянов был артистом двух театров – Башкирского драматического и Московского большого. В 2020 году он был удостоен звания «Народный артист Башкортостана».